Здравствуйте. Сейчас кое-что о черном квадрате. Деньги. Деньги. Килограмм есть, может больше. Деньги для Георгия Гурьянова ребята собирали 2 дня, играя на улицах Санкт-Петербурга песни группы «Кино». Они приезжают со своей аппаратурой, включают дизельный генератор и распаковывают свои примочки. Барабаны сзади, 2 комбика маршала. Наши люди. Мобильная группа «Черный квадрат». Играем песни «Кино» и свои песни. Надо сказать, что группа «Кино» ребята имитируют просто один в один. Белый снег, серый лед, на разбрызгавшейся земле, одеялом лоскутных на ней. Город в дорожной петле. Ну, строго говоря, «Черный квадрат» — это не квадрат и не черный. Я же вас добавил, друзья, мы теперь с вами дружим. Я рад этому на самом деле. Очень приятно было. Приятно общаться с людьми, которые общались с Виктором так близко и вообще. И, к сожалению, не было возможности такой. Я был еще зеленый, молодой. Была возможность у меня, правда, попасть в Харькове, по-моему, был концерт у них, 88-й, 89-й год. А меня не пустили родители, они сказали, ты еще маленький. 14 лет мне было, или 13, я вот понял. 88-й год, я 74-го года. А играю лет 6 на гитаре. Писать начал лет 12-13. Ну, вот как вы слышали, сказали. Тысячу не написанных, сколько, скажи, пушка, тобой. Первая песня, которую я слышал, была песня «Перемир» из «Ассы». Меня она цепанула, не знаю, почему. Как-то благодаря этой песне я начал свою песню писать, свою музыку. Обратите внимание, у группы не только примочки, как у Каспаряна, у них еще и гитара такая же, белая Ямаха, чтобы купить которую Георгий Каспарян собирал бутылки в течение 3 лет. Результаты своих изысканий ребята сами издали на компакт-диске, который носит название «Гулять при луне». Мы сами все делаем, сами писали все дома. Ладно, спасибо большое. Болеющий причем. Спасибо. Благодарю «Черный квадрат» за его присутствие в трудный час. Соответственно, «Черный квадрат» пользуется неизменным спросом именно у ценителей.